Сегодня у Гомеля отбылась конференция областной коллегии адвоката. У ее удельники подвели выники летошней деятельности. Так само на парадку дня обрание органов адвокатского самокирования и старшини областной коллегии на ближайшие 4 года. Дмитрий Котов с подробностями. Профессия адвоката потребует постоянного самоудосконаления. Как быть конкурентоздольным, базовых ведов, отриманных в университете, недостатково, уличивающий постоянные изменения в законодавстве и увогуле развитие сучасного громадства. У Гомельской областной коллегии адвоката у пытанию развития профессийных навыков надают шмат уваги. Адвокаты удельничают у специальных семинарах, круглых столах и проходят курсы повышения квалификации. Сегодня требуется качество оказания правовых услуг. Для этого необходимо адвокату постоянно совершенствоваться, потому что без этого адвокат работать не может. И мы, как Министерство юстиции, нацеливаем, естественно, наших адвокатов на постоянное совершенствование профессиональных знаний. У состава областной коллегии адвоката уваходят 25 юридических консультаций, размещенных у Гомеле и областных центрах. Членами коллегии являются 215 человек. За минулый год ими выполнено около 35 тысяч доручений. Это разные виды юридической допомоги, от консультаций громадян до ведения административных и криминальных справ. А кроме того, адвокатами Гомельщины поспехово протягивая освоиваться закон об медиации. Более 40 человек в составе нашей коллегии являются медиаторами. Новое направление в адвокатской деятельности, перспективное, особенно с учетом того, что с июля нынешнего года вступает изменение закон, появляется такой термин, как информационная встреча с медиатором, и адвокаты будут заниматься не только участием в спорах, но и их справедливым, правильным разрешением. Сегодня адвокаты Гомельщины – одни из лепших в Украине. Об этом свечат станувшие в отгуки от коллег. Я сейчас бы даже поставил гомельских адвокатов пример, как они особенно проводят правовое воспитание. Они очень достойно рассказывают гражданам о том, что на сегодняшний день очень важно своевременно обращаться к адвокату. Очень важно в самом начале договориться по всем вопросам и в дальнейшем принимать меры к соблюдению тех требований и тех договоренностей, которые были достигнуты в начале. Знаковая подія сьогоднішньої конференції – вибори нового совета обласної колегії адвокатів на ближайші 4 роки. Обрано 9 чоловік. На посаді старшині протягне працю Сергій Єфімович. Дмитрий Котов, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель».